Ну, я должен сказать, команда не пришла в себя после быстрой травмы Куреля и достаточно быстрого гола. Не было никакой стройности в игре. И, в принципе, наверное, и поле после синтетических, на котором мы работаем и играли последние игры, на действиях ребят это все сказывалось. Не очень на себя чувствовали. Но, скажу объективно, на лучший результат мы сегодня не наиграли. Есть достаточное количество ошибок как сзади, так и в нападении. Поэтому плюс в этой игре, наверное, можно отнести плюсом то, что первый раз Никита Корзун в основном составе начал игру. У него все будущее впереди, может быть, если его можно назвать этот дебют не совсем удачным, но тем не менее будем и дальше молодежи доверять по возможности. Спасибо. Вячеслав Леонидович, будьте добры. Ну, наверное, все-таки мы эту победу заслужили. В какой-то степени нам где-то повезло, но, как известно, в спорте без удачи тоже ценили. То, что ребята вышли с таким огромным желанием самоотдачи, с такой спортивной злостью, агрессией, это нужно сказать большое спасибо. Ну, естественно, огромное спасибо болельщикам, фанатам, которые, наверное, сегодня были как никогда в 15-м году. Поэтому, ну, я очень рад победе, но, тем не менее, чемпионат только продолжает, скажем, набирать обороты. Через 3 дня нас ждет опять игра. Ну, положительные эмоции присутствуют, поэтому постараемся продолжить в том же духе.